5.40 утра сейчас. У нас сегодня фотосессия для журнала. Нам надо быть в 8 уже на месте. Надо одеть свое лицо. Я уже встала, помылась. И вы знаете, чтобы с утра не было этих опухших глаз, обычно девушки используют такие патчи силиконовые. Та-дам! Вот так это выглядит. Вот. Я уже пободрее. На самом деле я быстро всегда взбадриваюсь. Я не из тех людей, которые ставят будильник на несколько напоминаний. Я встаю сразу. Это у меня еще со школы. Взбодриться в любом случае. Поэтому я буду готовить себе кофе. Все, я готова, приехала такси. А, смотрите, я захожу. О, Господи, нет! Почему в моем такси сидит Соня? Нет! Почему она патчи? А я тоже была с утра с патчами. Вот видите, я же говорила, что все девушки используют патчи. Эй, ребята, а вы бывали в 7 утра на улице Рождественской? Давно ли вы бывали на центральном рынке? Мы вот заехали на рынок купить фруктов в 7 утра. Почему бы и нет? Да, у нас, кстати, фотосессия будет на рынке, типа рыночные тёлки. Блин, а вообще классно, когда Москва не такая шумная. Особенно во время чемпионата. Когда очень мало людей. Да, утренняя. Да, очень мало людей, наверное, может, социопат. Зачем вообще выступать на сцене? А что-то... Нет, ну если серьезно, ты любишь людей? Да, люблю, конечно, людей. А каких людей ты любишь? Кстати, Маш, тебе это задание, когда будешь монтировать блог, пожалуйста, подрисуй мне глаза пошире. Для видео. Достаточно. Лен, есть что сказать? Нет, не есть что сказать. Я обожаю туфли. Конечно, губа не дура. Да, нет, я дура не губа. Нет, нет, я вообще люблю туфли. Все. Да, я же Кэрри Брэдшоу, у меня куча туфель дома. Так и проходят наши съемки. Это очень больно, это просто больно. Как вообще на этом ходят нормальные люди, я не знаю. Являете вы магнат. Прям за прилавок, чтобы у тебя голова там чертится между яиц. Мы просто тут испачкались немножко в мазуте. Вот, так что... Давай вот сюда, лезь, пожалуйста. Нет, надо с другой стороны обойти. Лезь, хуя. Сон, не надо. Лети просто, поверь. Да, сделайте совершенно серьезные лица. У вас яйца. Дыни 500 рублей штук, одна. Что так дорого? Скажите, пожалуйста. Выращивала сама. Мои ноги вросли в не мои туфли. Ну,